Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими, мишки. Новости. Оп, поворот. Ага, еще поворот. Прыжок. Так, отлично. Вроде все работает. Опа. Ой! О, Кеш, привет. Помоги, а. Саня, тебе страшно повезло, что ты решил повиснуть именно здесь. Сейчас я тебя своим новым суперкраном спасать буду. Спасибо, Кеш. Ой, здорово, Тученце. Тут такие новости! Испытываю я, значит, свой новый кран, как вдруг на бешеной скорости на скейте несется Саня! Привет! Ой, а что это? Это Кеша так новость рассказывает. На огромной скорости он взлетает! И как повиснет! Простите, я что-то пропустил? И все бы закончилось как-нибудь плохо! Не окажись рядом меня! Иннокентия! Я храбро бросился на помощь несчастному Сане. И вот он цел и невредим. Кеша, как здорово ты новость рассказал. Прямо как по телевизору. Да, точно. Буду теперь свои новости выпускать. В эфире Кеша новости. У тучки во дворе обнаружена суперудочка с тремя крючками. Вот это да! Я сейчас. У лисички под окном выросло апельсиновое дерево с кучей апельсинов. Ой, правда? Испеку всем апельсиновый пирог. Вокруг дома енотов появился роллер-дром. Класс! Класс! У Вали... Со мной никогда ничего не случается. А вот и нет. У Вали из земли бьет лимонадный фонтан. До новых встреч! С вами были Кеша новости. Вырос лес пирогов, а у тучки... Вот нетерпеливые какие! Слушайте, я еще не придумал новой Кеша новости. Подожди, Кеша, ты нас обманул. Не было никаких апельсинов. И роллер-дрома не было. Фонтан может есть, но я его не нашел, кажется. Вы чего? Я просто хотел, чтобы вам было интересно. Тогда это не новости. Новости должны быть всамделишными. Больше мы Кеши новости не будем смотреть. Эй, подождите! Я просто хотела, чтобы весело было. Тучка! Лисичка! Ну ладно, будут вам всамделишные новости. Thank you.
правда. Наверное, мои новости никому не нужны. Экстренная новость! Сегодня в нашем лесу обнаружен супер-медведь-изобретатель и наш лучший друг Кеша. Спасибо тебе, Кеша! Ого! Вот это отличная новость! Пропажа Цыпы. Лови! Раз! Оп! Ага! Опа! Лови! Цыпа, принеси валанчик. Привет! Вы Цыпу не видели? Я тут первого для него испекла, а он бегает где-то. За 3 кусочка пирога скажу. Конечно, вот. Угощайтесь тоже. Вот твой Цыпа. О, Цыпа, вот ты где. Я тебе пирог испекла. На, попробуй. Ну ладно, мне пора. Пока. Да, вкусные у лисички пироги. Ага, только мало. А я знаю, как нам с тобой еще лисичкиных пирогов заполучить. Цыпа, пошли к нам в гости. Хе-хе. Вот Цыпа, играй тут. Когда лисичка опять пойдет Цыпу искать, я скажу ей, где он. За 4. Нет, за 24 пирога. Здорово ты придумал. Цыпа, это мои вещи. Не трогай. Ну, я пошел. Посмотрю, вдруг лисичка уже ищет Цыпу. Привет, лисичка. Ты Цыпу не видела? Привет! Да бегает где-то, наверное. А пирог ты не собираешься печь? Пока нет. А что? Нет, ничего. Ладно, зайду попозже. Цыпа, стой! Почему ты разрешила Цыпе трогать мои вещи, а? Я ничего ему не разрешала. Он сам все берет. Ну, что там с нашими пирогами? Ищет его лисичка? Нет, не ищет пока. Ладно, пойду еще посмотрю. Может, лисичка уже начала искать этого бандита? Саня, а может, я пойду к лисичке? Нет, лучше я сам. А ты, бандит, не трогай мои вещи. Вон, Сони набери, они красивее. Хоп-хоп-хоп-хоп. И раз, и два, и раз, и два, и три, и ага. 4. Я смотрю, ты пирог печь не собираешься. Пока не собираюсь. И раз, и два, и три, и 4. Может, чуть позже. Понятно, значит, и Цыпу ты сейчас искать не пойдешь. Хорошо, лисичка, попозже зайду. Ты чего тут? Где Цыпа? Я больше там находиться не могу. Мне и пироги уже не нужны. Цыпа! Зачем ты обижал? Я как раз пирог испекла, яблочный. Лисичка, привет! Вот твой Цыпа. Цыпа, ты пирог со сгущенкой или с вареньем будешь? Ну, мы пошли. Уже? А как же пироги? Ты лучше нашу долю скорми этому бандиту. Какой же Цыпа бандит? Цыпа очень даже воспитанный цыпленок.
Сыпа, ты куда? Сыпа! Куда вы? А как же пирог? Ничего не понимаю. Кругом вода. Ну что, дружеская ничья? Нет! Я сейчас! Я быстро! Рад представить вам дождик-уничтожитель! Дергаем рычаг, и дождя как не бывало. Ну что, продолжаем играть. Все по местам. 10-0 в пользу Кеши и Тучки. Подает Кеша. А, мой супер удар. Ничего, я сбегаю. Ага, Кешечка, выиграть у вас не получится. Ой, да как же тебя остановить? Железяка несчастная. Ты чего? Кеша, по-моему, с твоей машиной что-то не так. Да нет, все отлично. Эх, вот и поиграли в бадминтон. Ой, а мне домой надо компот варить. Кеша, сделай же что-нибудь. Без паники. Надо только добраться до моей машины, и я все починю. Эх. Мне бы только до рычага добраться. Я с тобой, Иннокентий. Что-то я волнуюсь за мальчиков. Ничего-ничего, лисичка. Кеша всех спасет. Не получается. Пропал рычаг. Без него машину не остановить. Да вот там, под пеньком. Саня, а ты откуда знаешь? Так это ты сделал. Простите меня, я только хотел вернуть дождь, чтобы не проиграть. Я сейчас. Получилось. Да уж, больше никаких опытов с природой. Опасное это дело.
Чем теперь займемся? Как чем? 10-0! Саня, готовься проиграть! Ну, Саня, принимай мой супер-удар! Ну нет!